Стариков Валентин Георгиевич, командир подводной лодки М-171 3-го дивизиона подводных лодок, бригады подводных лодок Северного флота, вице-адмирал. Родился 8 июня 1913 года в городе Сарапул, Удмуртской республики. С 14 лет учился в школе фабрично-заводского обучения в Перми при паровозном депо, где потом и работал. В 1936 году окончил военно-морское училище имени Фрунзе, а после служил на Балтийском флоте. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года командир М-171 Валентин Стариков, действуя на коммуникациях противника, до января 1942 года дважды прорывался на подводной лодке во вражеские базы, потопил 5 транспортов. С 6 марта 1943 года Валентин Георгиевич командовал большой подводной лодкой К-1. Летом совершил на ней 2 похода в район Хаммерфеста. За годы Великой Отечественной войны Валентин Георгиевич Стариков как командир подводных лодок выполнил 25 боевых походов, провел более 120 суток в море, выполнил 18 торпедных атак на суда и боевые корабли противника. 5 из них потопил. Валентину Георгиевичу Старикову присвоено звание Героя Советского Союза.